21-летний сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, сменил свой статус и стал женатым человеком. Младший сын Валерии, Арсений Шульгин, женился на Лиане Волковой. О торжественном событии было известно заранее от самих счастливых молодоженов. Арсений даже рассказывал, как идет подготовка, например, отчитывался о своем походе в салон красоты, где ему сделали гигиенический маникюр. Не стал скрывать от поклонников Арсений то, как он сделал любимое предложение. Молодой человек организовал романтическое свидание в одном из ресторанов в небоскребе Москва-Сити. В один из моментов на одном из зданий появилась бегущая строка. «Лиана, ты выйдешь за меня?» – гласила она. Самый трогательный момент в жизни влюбленных сопровождался салютом. Затем появилась другая бегущая строка. Она сказала «да», – радостно сообщил Арсений всей Москве. «Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие», – сообщила о свадьбе Валерия. Брак был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для церемонии Лиана выбрала нежное миди-платье. Скорее всего, это не единственный наряд невесты. Молодожены уже получили первые подарки гостей. Например, от Филиппа Киркорова. Король эстрады прислал презент в коробке с собственным именным вензелем, а Лиана не преминула выложить его тут же в Инстаграм. Правда, содержимое элегантной коробки неизвестно. Торжество пройдет в одном из загородных клубов, так как молодожены решили, что праздник пройдет на открытом воздухе. Арсений и Лиана сразу отказались от вечеринки в закрытой коробке. В последние деньки уходящего лета они предпочли гулять со своими друзьями на улице. В сторис соцсети Арсений поделился видео из машины по дороге к месту проведения банкета, а также показал зал, где будут угощать гостей. Сын Валерии отказался от помощи своей звездной мамы и взял все свадебные расходы на себя. Арсений заявил Валерии, что брать деньги у родителей не в его принципах, и на свою жизнь юноша будет зарабатывать сам. Кстати, старший сын Валерии, Артемий, живет в Швейцарии и на свадьбу приехать не смог.